есть чики-бам, мы не смотрим. American Idol, начинаем. Слушай, участников все меньше и меньше. Видите, он нажимает, да, на клавиши, и вот пол, да, видите, там какая-то пропадка, какая-то проекция, да, словно начинает искажаться во время того, как он нажимает на клавишу. Ему очень интересно. Ну, и он, видите, завлекает сейчас внимание голосом. То есть он играет на музыкальном инструменте, поет, и музыки, в принципе, нет. Такая сейчас, все такое, очень спокойно. Все внимание перехватывает на себя. Будто бы я в прошлое улетел. Его вокал очень необычный. И эмоциональный такой крас имеется. Пошел, вихрь, эмоции, вихрь, супер скилла. Отношение вокала с эти. Он пел так сначала спокойно, да, словно вот все успокойся. Словно это просто был какой-то голый скелет. А затем он начал разрывать, да, прям мелизмы, мелизмы, да, он все украшал, словно вот мясо вот накидывал, там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И все. И в итоге мы имеем полноценную песню, да, такая вот все хорошая, такая добротная. Очень круто, да. То есть, как он эмоционально подавал танцы, это было очень круто. Видно, что он песню как бы пережил, да, показал историю песни, да, прям словно вот взял такой, словно вот он поет, да, вот голос расходится, одурманивает всех вокруг, да, и все видят уже какие-то локации, а не самого певца. В общем, у него такой заманчивый вокал, да, который тебя такой постепенно притягивает. Он умеет сделать так, чтобы ты, чтобы все внимание акцентировалось именно на него, и поэтому, в принципе, все очень хорошо. Пропустила чики-бомбони.